Забирать у богатых и отдавать нет не бедным, но на них очень похожим. Таков сегодня принцип у национализации. Отхватив нормальный такой кусок хлеба в Челябинске, генпрокуратура взялась за водочку. Но почему и зачем, расскажу сегодня. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Честно скажу, кто такой Евгений Черняк, я знаю достаточно давно. Лично, конечно же, не знакома, но вот эта вот его фраза «это мы вынесем в анонс» покорила меня буквально с первого его интервью. Вообще, он бизнесмен, но долгое время вел свой канал, где интервьюировал себе подобных. Вот именно эти интервью меня когда-то и зацепили. Но не в плане ведения бизнеса, я, кстати, в этом вообще ничего не понимаю, а в плане опыта коммуникации. Как он задавал вопросы, а как красиво проводил параллели. Учиться да учиться. Но вообще я не об этом, а о том, что на этой неделе узнала из СМИ. Оказывается, Черняк тоже может повторить судьбу Юревича. Правда, основание для этого на этот раз другое. Генпрокуратура хочет лишить бизнесмена активов за спонсирование армии Украины. По версии силовиков, Черняк продавал в России водку «Хортица», а на вырученные деньги помогал украинским боевикам в экипировке. Есть ли какие-то тому доказательства, СМИ пока не сообщают. Но, как утверждают РИА Новости, генпрокуратура уже собрала все необходимые материалы и для обращения имущества в доход государства, и для признания учредителей компании Черняка, а там помимо него еще 4 человека, экстремистами. И что-то мне подсказывает, что бизнесмен потеряет свой бизнес в России, ну потому что не понять этого как минимум странно, особенно учитывая опыт Макфы, где все так и кричало: бей своих, чтоб чужие боялись. Но чужой ли Черняк? Вот в чем вопрос. Потому как помнится мне, что в конце прошлого года нечто подобное олигарху было предъявлено и Украиной. Тогда СБУ обвинила водочного короля в сотрудничестве с Россией. По версии следствия, но теперь уже украинского, предприятие Черняка за один только 2022 год перечислило в казну нашей страны более 157 миллионов долларов, что было расценено как пособничество государству-агрессору. Это сейчас была цитата от РИА Новости. И тогда, оправдываясь, Черняк заявлял, что на компании его холдинга в России с 2014 наложены санкции, а с момента начала спецоперации отозваны и все лицензии, поэтому получать доход Россия не могла. И тут мой мозг сломался, потому как обе страны утверждают, что деньги были, а главный по купюрам это почему-то отрицает. Но, как там говорится, если не можешь выбрать из двух, ищи третьего. И вот нисколько не удивлюсь, если им окажется Америка, ведь сын Евгения Черняка Александр уже там, так что ничего не мешает оказаться там и папе. Ведь как бы ни прискорбно это звучало, но сначала сожрут всех жирненьких, а потом возьмутся из-за тощеньких. Впрочем, почему потом, когда это можно начать делать и сейчас? В среду стало известно, что власти всерьез задумались над введением в России автоматических штрафов за мелкие нарушения. Да-да-да-да. Не для того они строили этот умный город, чтобы собирать штрафы исключительно с автомобилей. Да и зачем ограничивать себя в том, в чем можно расширить сферу влияния? Перешел улицу на красный свет, держи минус 500. Закурил в неположенном месте, сминусуем еще. А если алкоголь пронес, да не дай бог не поделился. Наручники, скамья для подсудимых, суд.
Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Теперь дело за малым – собрать биометрию со всех россиян. Кстати, единая биометрическая система заработала в России еще 6 лет назад. И еще тогда многие из нас уже попали под всевидящее око пространство. РБК утверждает, что по состоянию на март текущего года система уже успела собрать более 73 миллионов записей. Конечно, пока не густо, но до сегодняшнего дня данные и собирались-то в добровольном порядке. А вот если примут соответствующий закон, то порядок будет уже принудительным. Хотя, если провалиться в 572 ФЗ о биометрии, то становится очевидным, что ничего общего с оперативно-розыскной деятельностью там нет, а значит и использоваться в этих целях биометрия не может. Ну, поэтому Госсовет и поручил Минцифры причесать все огрехи и как можно скорее начать пополнение казны. Хотя, помнится мне, цель изначально у них была несколько иная – помощь в расследовании уголовных преступлений. Но, как утверждают некоторые СМИ, фиаско настигло быстрее, чем технологии. И люди, которые не сдали данные добровольно, не могли быть идентифицированы даже столь умными камерами. Тогда для чего все это, спросите вы? А я вам отвечу, для цифрового ошейника. Ведь недолог тот час, когда при получении обычного российского паспорта всех россиян обяжут сдавать и свои биометрические данные, которые в последствия и могут отойти силовикам. Конечно, по действующему законодательству за нами пока остается право отказа от сбора и размещения биометрии, но это только пока, и никто не может гарантировать нам, что завтра что-нибудь да поменяется. И, кстати, да, от утечки информации тоже никто не застрахован, так что не хочу вас расстраивать, но публичные абонементы в цифру уже активированы, а штрафодобывающая компания уже заработала. А между тем, пока Белоусов вступает в должность, АСК борется с Ивановым и Кузнецовым, само Министерство обороны раздает значки музыкантам. Не-не-не, не тем, что из оркестра Вагнера, а тем, что в обтягивающих лосинах скачут на сцене. На этой неделе пресс-служба «Шамана» в своем телеграм-канале опубликовала пост с фотографией медальки и эпичной надписью «Награжден в номинации «Музыкальное искусство». Не может быть, скажете вы, и я, пожалуй, с вами соглашусь, потому как можно по-разному относиться к Ярославу Дронову, но вот это вот его желание угодить и вашим, и нашим, лично мне прям совсем не импонирует. Но Министерство обороны виднее. Оно посчитало песни «Шамана» патриотическими и вместо повестки вручило ему медаль. Но справедливости ради отмечу, что отличился на том мероприятии не только Дронов. Премии вручались в 9 номинациях, каждая из которых нашла своего истинного героя. Среди них были Николай Расторгуев, Валерий Кипелов и куча каких-то других фамилий, которых до премии, честно говоря, я даже никогда и не слышала. Ну да ладно, завидуйте, как говорится, молча. Я хоть и патриот, но на орден еще не напела. Хотя весело на этой неделе было не только на премии Минобороны. Развлекались и в Нижнем Новгороде. Там региональное управление ФСБ за организацию проституции задержало подполковника полиции. Следователи полагали, что 40-летний офицер и двое его подельников держали в городе несколько интим-салонов, а чтобы не привлекать к ним внимание коллег, прикрывали их оказанием массажных услуг, ну и протекции собственного служебного положения. Теперь каждому из фигурантов дела светит до 5 лет лишения свободы. Говорить, что я удивлена, наверное, не буду. А знаете почему? А довелось мне тут как-то посмотреть одну серию сериала «Глухарь». И вот никогда бы не подумала, но получается, что и проституцию, и наркотики, и даже оборот оружия все контролируется, а точнее прикрывается именно полицией. Не может быть. А я всегда искренне верила, что все люди в форме – это прям честные и благородные граждане нашей страны. А если верить фильмам и новостям, то собрать их всех в один пучок да отправить бы куда-нибудь показывать уровень своего мастерства. Главное, чтобы безмерного размера животы да трясущиеся щеки
не помешали. Ну, надеюсь, что все виновные все-таки понесут заслуженное наказание, а отечественная киношка больше не будет так осрамлять имя великого и законопорядочного полицейского. А между тем, в Курской области сотрудники ГИБДД решили проверить на курянах нововведение. Теперь все лица мужского пола, прежде чем получить или обменять водительское удостоверение, обязаны предъявить военный билет. Но не просто билет, а военный, да обновленный. Перевожу на русский язык. Прежде чем сесть за руль, сходи в военкомат. Но я вам скажу, что такие инициативы сотрудников ГИБДД идут вразрез с действующим законодательством. И кроме как самоуправства, их инициативу назвать просто никак нельзя. Да, действительно, в январе прошлого года в Госдуму был внесен проект, подразумевающий предъявление военного билета при получении прав. Но на законодательный уровень эта инициатива так и не вышла. Хотя вангую, что большинство россиян сейчас просто путают несколько раз разные понятия предъявления военных билетов. Ведь с 1 апреля получить водительское удостоверение лица, которые уклоняются от службы в армии, действительно не смогут. Но касается это только тех молодых людей, которые находятся в призывном возрасте и которые игнорируют походы в военкомат. Хотя, если честно, зачем, не понимаю. Пусть парень научится водить машину, ведь это может пригодиться и в армии в том числе. То есть, как видите, распространяется эта норма на очень узкий круг мужчин и не касается всех остальных. Поэтому, если сотрудник ГИБДД или врач, выдающий справку о здоровье, требует у вас предъявить военный билет, смело пишите жалобу на самоуправство вышестоящим сотрудникам организации с откровенным намеком: «Не надо лишать нас прав и навязывать нам одни только обязанности». Козел, у тебя никогда никаких прав не было! Нет и не будет! А обязанности, кстати, у нас с некоторых пор точно прибавятся. На этой неделе Комитет Госдумы по обороне предложил отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей. Дети — это, конечно, цветы жизни, но комплектовать вооруженные силы России кем-то надо. Поэтому, давайте оставим как было. Отсрочка только у тех, у кого четверо детей, и то пока они не достигли 16-летнего возраста. Как будто после 16 папа детям уже не нужен. Хотя все в России сегодня говорит против инициативы Картополова оставить все как есть. Ведь многодетная семья — это 3 и более ребенка. Так почему же, когда речь идет о мобилизации, трое детей — это невесомое основание? И это не считая того, что на фоне вот таких вот подобных высказываний демография страны вверх-то точно не поползет. Поэтому вы там определитесь уже, или штаны наденьте, или крестик снимите, и с тем, кто же все-таки для вас нужнее, дети или их родители. Вот как-то так, друзья. На этом у меня все. Напоминаю, что второй выпуск новостей вы сможете увидеть только на нашем канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, и мы точно не потеряемся. Также мы есть в Телеграм и на Яндекс.Дзен. Всех люблю. Пока-пока.